Хай-хай-хай, дорогие друзья! Чемпионат России, 23-й год. Финал по прыжкам в высоту. Полетели! Действующая чемпионка России Мария Лосицкене. Начальная высота 1,80 м. Первая попытка. Никаких трудностей на высоте. Разминочная попытка для Марии. Планка на высоте 1,86 м. Третья попытка Марии Лосицкене. Умница. В третьей попытке собралась и смогла преодолеть рубеж. Мария Качанова, 1,86 м, третья попытка. К сожалению, Мария не справилась с эмоциями и с высотой. Следующая высота 1,89 м. Мария Лосицкене. Первая попытка. Неудачная первая попытка. Преследуют ошибки. Вторая попытка Марии Лосицкене. Мария не может собраться для прыжка. Вторая попытка тоже неудачная. Третья попытка Марии Лосицкене. Высота 1,89 м. Сегодня, к сожалению, Маша не смогла показать высокий результат. Заканчивает соревнование на высоте 1,86 м.
Соревнование продолжается на новом рубеже. 1.91 м. Кристина Королева, первая попытка. Молодец, в первой попытке берет. Сегодня у Кристины все получается. Карина Демидик, белорусская спортсменка. 1.91 м, первая попытка. Карина прекрасно подготовлена, в первой попытке преодолевает рубеж. Лидер сезона Наталья Спиридонова, 1.91 м, третья попытка. Наталья Спиридонова заканчивает соревнование с третьим результатом. Первая неудачная попытка в этих соревнованиях Кристины Королевой на высоте 1.93 м. Карина Демидик, первая попытка, 1.93 м. Очень красиво берет высоту. Кристина Королева готовится к своей заключительной попытке на высоте 1.93 м. Напомню, что белорусские спортсменки на чемпионате вне зачета. Поэтому Кристина Королева с результатом 1.91 м становится чемпионкой России.
Карина Демидик продолжает соревнование с высотой. 1,97 м, вторая попытка. Вот он, классный прыжок. Личный рекорд Карины Демидик. Планка на высоте 2,01. Заключительная попытка Карины Демидик. Не решилась, в последний момент передумала. Друзья, хорошего вам настроения, здоровья, берегите себя и своих близких.